Добро пожаловать в Академию Вергакан. Сегодня мы покажем вам, как смонтировать Г-образный проволочный лоток к потолку. Проволочный лоток GVFUL крепится непосредственно к потолку при помощи пластины центрального подвеса VFCB. Сначала вы прикручиваете пластину центрального подвеса к потолку и проверяете, чтобы у вас остался небольшой зазор. Затем поворачиваете пластину так, чтобы лоток GVFUL мог по ней скользить. Теперь оставляете Г-образный проволочный лоток висеть на VFCB и прикручиваете его плотно к потолку.